Добрый день, дорогие подписчики. Значит, в этом обзоре я собрался вам показать этот таймер программируемый на 16 программ. Значит, в предыдущем обзоре у меня была его распаковка, но детальной работы я не произвел, то есть не посмотрел, как он работает. Вот прошло время, вот сейчас он где-то, наверное, около месяца в использовании. Что могу сказать? Устройство себя показало хорошо. Значит, по расчетным данным, как там написано, выдерживает оно до 2 кВт. Ну, визуально из нагрузки, что я пробовал туда подключать такой мощности, то утюг, и то в средствах диагностики посмотреть, как оно работает. В принципе, что скажу, нагрузку свою оно вполне держит. Ну, по точности времени идет точно. То есть, ну, смотрите, значит, у меня ситуация была какая. Значит, мне нужно было устройство для того, чтобы выключать роутер, включать-выключать на ночь. Мне, в принципе, ночью не нужен, я сплю, а интернет, ну, работает, зачем он мне нужен? Я поставил на компьютер и роутер вот такой вот таймер. Вот тут у меня, например, программа. Получается, включение он было в 6-10 утра. У меня включался этот роутер и компьютер одновременно. Выключение происходит, значит, в 12 часов ночи 10 минут. Итого, получается, что из программ, тут у него 16 программ. Раз, получается, вот вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая. Вот, 16 программ. Значит, по поводу принципов работы. Ну, что мы тут умеем? Ну, тут, значит, вот есть выбор по программам. Вы как поняли, выбирается тип программы, выключает, ну, выбирается тип включения. Вот если я нажму сюда на кнопочку клоцк, да, появляется текущее время. Ну, например, сделаем типичную программу на включение-выключение. Посмотрим, как это дело работает. Значит, это у нас будет включение, да. Сейчас у нас текущее время 20:33. Ну, скажем так, я ставлю включение в 20:35, да. Так, значит, программа первая, да, это у нас будет включение. Часы 20. Вот, проскочил, ничего. Так, 6 проскочил опять. Наверное, придется все-таки ставить начало на 36 минут, потому что боюсь, что я не успею. Один, два, три, четыре, пять, шесть, да? Так, значит, это включение, а выключение поставим, значит, 37 минут. Ставим, значит, часы 20. Так, 20:37. 28, 35, 36, 37. Окей. Все, выхожу в режим. Значит, подключаю нагрузку. Включаю режим автоматический. Вот получается сейчас 35 минут, 36, он должен его выключить. Если я все правильно сделал, конечно. Можно перепроверить программу, пока тут идет таймер. Вот 36, а получается 36 идет включение. И отключение в 37. Значит, мне сейчас надо его выключить, поставить в режим авто. И вот он получается.
включит его в 36 минут. Оп, включился. Но это еще не все. Мы ждем теперь прошествия этой минуты. Минута идет, идет минута. Что могу сказать? Его используют еще многие, вот скажем так, у кого на даче полив, да, эта штука может включать и отключать полив, пока хозяина нет дома. То есть тоже удобно. Ну, честно говоря, я даже не знаю, то есть у кого дача недалеко, тогда да. А так, я бы, честно говоря, наверное, не оставлял бы так. Так, ждем, ждем, ждем. Сейчас должно произойти. Опа, выключилось. И вот смотрите, тут в принципе, вот еще можно выставлять по дням недели. Вот видите, дни недели выставляются. Цикличность. То есть, в принципе, ну, само устройство очень многофункциональное и удобно. Сейчас включим. Показала себя хорошо, работает отменно, своих денег полностью стоит. Вот, посмотрите на самом сайте. Значит, ссылочку с ним я в описании под видео помещу, где я его покупал. Значит, видите, вот тоже показывает внешне, сам продавец. Вообще дома эта вещь полезная. Многие бывают берут под бойлер, но бойлер я даже не знаю, тут уже дело такое, дело каждого. Хорошо, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, до новых встреч, с вами был Евгений Гончаренко.